Привет, друзья! Сегодня я опять с вами, и у меня просто обалденные новости. Хочу с ними с вами поделиться. Вышла новая серия бархатных ручек от Mary Kay. Вот такая вот упаковочка. В ней три тюбика, как видите. Вот этот тюбик стал уже в этой серии зеленым. Раньше он был оранжевым, теперь он зеленый. В него добавили белый чай и цитрусовые. Вообще замечательный запах у этого крема. Как вы помните, сначала вы используете вот этот вот крем, да, который является как бы заживляющим, смягчающим кожу. Вот вы его наносите на влажные ручки, потом вы наносите скраб, хорошо массируете скрабом эти ручки, потом вы все смываете, и уже под конец третье действие — это вот этот вот увлажняющий, смягчающий крем. Очень мягкий крем, держится 24 часа. Кожа рук становится просто мягкой, шелковистой. Это просто супер крем. Рекомендую. Так что, друзья, покупайте. Прекрасная серия за минимальные, в принципе, деньги, потому что его хватает минимум на полгода. Поэтому покупайте, вы будете довольны. Вот. Следующая новинка — это вот такая вот минеральная пудра. Она прозрачная, сглаживает все морщинки, все неровности на лице, освежает хорошо кожу. Структура мягкая, шелковистая, просто замечательно. Мои клиенты ею пользуются, все время только эту пудру и заказывают. Они уже забыли вообще, что такое другие пудры, вот только на нее и присели. Поэтому те, кто еще не купил, рекомендую попробовать. Может, и вам тоже понравится и будет ваших фаворитов. Так что, друзья, вот это вот были все новинки на сегодня. Подписывайтесь на мой канал, там внизу под видео. Желаю вам успехов и до следующей встречи. Пока!